Плавать брасом, спорить басом, дрова рубить – это лишь неполный список умений современных отцов. «Папа может» – спортивный праздник под таким названием организовали для детей с особенностями развития и их родителей. Соревнуются сильные и смелые главы семейств. Там, где папа остался в семье, принял вместе с женой вот груз воспитания особенного, иногда очень тяжело больного ребенка, то он весь в работе. Он зарабатывает средства, чтобы оплачивать лечение, содержать семью и так далее. Мы его не видим. Нередки случаи, когда папа не выдерживает такого груза и оставляет семью. Тогда мы опять-таки их не встречаем, не видим. И когда в этом году мы в третий год уже проводили подряд праздник для мам, вот особенных деток, мы задумались, а почему же мы все-таки о папах-то вот забываем? Пусть они вот не так заметны, но их роль и значение для такой семьи ведь нельзя вот недооценить. Это на самом деле огромный труд. И родилась идея организовать такой вот семейный праздник. Задания несложные, зато очень веселые. Развлечения не только для участников, но и для зрителей. Отцы стараются, ведь с трибун их поддерживают близкие. Я болеет мой сын Арсений Рязанцев. Вот. Группа поддержки у нас очень активная. И, наверное, нам поможет отыграться. Пока мы проигрываем, но совсем маленький отрыв у нас. Отец в семье пример для подражания, защитник и опора. Особенному ребенку он нужен вдвойне. Обычный ребенок, немножко побольше внимания, но и от него отклик больше, больше любви и света. Несмотря на явное лидерство команды красных, синие сумели сравнять счет. Победила дружба. У ребят появился еще один повод гордиться своими папами. А для отцов самая ценная награда – любовь детей. Покажи, как ты папу любишь. Обними папу. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.